Чудин Валентин Гурьянович, полный кавалер Ордена Славы, гвардии сержант, разведчик, командир отделения. Родился в 24-м году в селе Ленивцево Майнского района Ульяновской области. Награжден Орденом Славы третьей степени в 44-м году. В группе разведчиков переправился через реку Нева и захватил ценного языка. Орденом Славы второй степени награжден в 44-м году. Во время боев на левом берегу реки Висла в Польше его отделение разгромило немецкий штаб и захватило пленных, в том числе офицера. Орден Славы первой степени Валентин Гурьянович Юдин получил в 45-м году. В атаке своего отделения под Берлином забросал гранатами долговременную огневую точку, затем зашел в тыл противника и захватил пленных. Участник Парада Победы в 45-м году. Жил и работал в родном районе. Умер в 1976 году.